В администрации округа состоялось совещание представителей Государственной жилищной инспекции Московской области и руководителей управляющих компаний. Темой обсуждения стала уборка крыш многоэтажных домов от снега и сосулек. Подробнее в нашем сюжете. С 1 декабря по 10 февраля очищены 582 кровли площадью более 307 тысяч метров квадратных. В связи с обильными снегопадами многие кровли требовали очистки более 5 раз. В рамках акции «Ледниковый период 2022» представители Госжилинспекции Московской области проводят рейды по городам Подмосковья. Проверка хода работ по очистке кровель многоквартирных домов от снега и наледи – важный аспект безопасности жителей. Мы должны принять все меры по ограждению опасных участков. Если, конечно, вы не можете снять в полном объеме 100% наледи, мы должны принять все меры для безопасности. В ходе рейда осмотрели дома 25 и 51 на Октябрьском проспекте и ближайшие к ним здания. Дворники выполняют свои обязанности, но впереди еще существенный объем работы. В городском округе Люберцы работа поставлена на хорошем уровне. Конечно, объем большой, трудно управляющим компаниям, но мы видим контроль со стороны городской администрации. Но задача поставлена правительством Московской области. Она должна быть выполнена. И мы за этим проследим. Важно устранять снег и наледь не только с кровли, но и убирать заледенение из водосточных труб. Такие заторы способствуют быстрому появлению новых сосулек. Согласно постановлению правительства Московской области, все крыши должны быть очищены до 11 февраля. Если вы обнаружили сосульки на своем доме, обращайтесь в управляющую компанию. Дмитрий Гринчев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.